Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Перетасовка. Объявлены очередные изменения в структуре областного правительства. Петровские грезы или ТСР в тупике? Почему буксует амбициозный федеральный проект? Дорога длиною в жизнь. Сколько десятилетий понадобится на реализацию транспортной схемы Саратова? Объявлена очередная реорганизация структуры регионального правительства. Новелла была презентована губернатором Валерием Радаевым 10 дней назад. Нас ожидает слияние двух министерств и появление совершенно нового ведомства. Оно будет отвечать за цифровое развитие и связь. Немного перефразируя классика отечественных политических афоризмов из 90-х, никогда такого не было, и вот опять. Реорганизации областного правительства в очередной раз быть. И это несмотря на то, что на протяжении 8 лет в этой госструктуре управление упраздняли, переименовывали, образовывали, разделяли и раздавали должности, комитеты, министерства. За 8 лет правительство покинуло несколько десятков чиновников. Кто-то ушел в отставку добровольно, кого-то лишили чиновничьего кабинета принудительно. Одним словом, оптимизировали работу как могли. Однако продолжение следует. Сейчас в состав регионального правительства входит 30 человек. Вверху структуры губернатор, два вице-губернатора, один из которых возглавляет правительство, его первый и еще 5 простых замов. Функционал и нагрузка и у заместителей разная. К примеру, первый зампред Вадим Ойкин курирует все, что связано с экономикой и финансами. Роман Бусаргин, среди прочего, отвечает за коммунальное хозяйство и строительство, транспорт и дороги, а также безопасность жизнедеятельности. За социалкой закрепили сразу двух зампредов – Валентину Гречушкину и Сергея Наумова. Зона ответственности первой – физкультура и спорт, туризм, молодежная политика, культура и охрана памятников. Остальные вопросы и направления, включая образование и медицину, закреплены за Сергеем Наумовым. Основной фронт работ Алексея Стрельникова – сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Но пока чиновник запомнился созданием позитивного имиджа мусорного регоператора да продвижением проекта по заводу в Горном. Есть у нас и особый зампред – Василий Разделкин. Он отвечает за сотрудничество с Китаем. В его ведении, в частности, строительство дороги Шанхай-Гамбург. Последнее перераспределение полномочий было в 2019 году. И вот опять. Грядет объединение Министерства занятости, труда и миграции с Министерством соцразвития. Появится на свет и новое, продвинутое министерство цифрового развития и связи. Это в целом важно для региона, потому что сегодня общий тренд, мы видим сегодня. Вот посмотрите, на примере МФЦ, вы понимаете, сколько мы лет стремились к одному окну, говорили, что и как. Сегодня работаем просто лучшие в России, да? Сегодня все наши коммуникации практически, чтобы люди не сдавали, мы работаем через интернет, через сети. Это очень важно. Функционал нового ведомства пока непонятен, как и не ясно, кто встанет во главе структуры. Если говорить о Саратове, то у нас тоже имелся некоторый опыт информатизации. 10 лет назад при правительстве был создан профильный комитет, который возглавил Павел Малков, тот самый, что сейчас руководит Росстатом. Спустя 6 лет комитет ликвидировали. Сегодня о цифровизации экономики и развитии IT в России говорят как в центре, так и в регионах. Саратовская область, последняя из регионов Поволжья, обзаведется цифровым министерством. Специалисты считают, что упор новой структуры должна делать на производство, потому что основной задачей цифровизации является создание автоматизированной системы управления экономикой. Вопрос сейчас не столько что, а вопрос как. Вот, понимаете, можно, испортить дело, даже создав министерство. А самое главное, какие ресурсы к этому будут приложены. Это время, это финансовые ресурсы, это компетенции, которые к этому прикладываются. Ну и, конечно, команда, потому что один человек ничего сделать не сможет. Конечно, они там не инженеры, что называется. Конечно, они там, может быть, даже далеки от стратегии. Но, во всяком случае, они этот вопрос вели. Правительство, министерство – это инструмент. И давайте к нему так относиться. Ну, я
простую аналогию приведу. Значит, если мы хотим забить гвоздь, мы берем молоток. А вот уж как вы будете пользоваться этим молотком, это другой вопрос. Будете ли вы бить по пальцам, или вы будете попадать по гвоздю метко, чтобы он не гнулся. Вот это уже вопрос, собственно, использования этого инструмента. О том, что сегодня во всех субъектах Приволжья, кроме нашей губернии, существуют цифровые структуры, министерства, департаменты или управления, рассказал нам экс-министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский. Наш регион по части цифры сегодня в отстающих, а потому лучшие саратовские IT-специалисты целыми группами уезжают работать в соседние края. В Казани есть и Неаполис. Ну, это такой суперцентр, наукоград мирового уровня, взятый по образцу Сингапура. И как раз вот по цифровым технологиям и по этому направлению. Более 20 ведущих ученых нашего технического университета переехали жить и работать в Казань и в Иннеаполис. Да? Вот такие потери несем. Ульяновск. Мне пришлось там быть и в парках высоких технологий, и в наноцентре. И кто, думаете, там составляет основу специалистов? Бывшие работники саратовских учреждений и выпускники наших вузов. При создании Министерства цифрового развития и связи я вижу одну серьезную проблему. Это кадровые. Президент торгово-промышленной палаты региона Алексей Антонов тоже считает, что работа нового ведомства зависит только от команды, которая его возглавит. Мы не знаем, кто будет являться руководителем этого департамента. Какая команда? Да? Какая команда? Я бы, наверное, привлек хороших менеджеров. Вот именно хороших менеджеров, которые могли бы, скажем, использовать свои именно в IT-технологии, которые могли бы использовать свои знания и понимание этого бизнеса. Да? Ученые. Понятно, что есть кадры. У нас действительно есть кадры. Несмотря на то, что кто-то переехал куда-то, они есть. У Минэка своя задача. Я имею в виду регионального Минпрома своя задача. Поэтому, на мой взгляд, это прагматичный ход, прагматичный шаг. Вопрос по тому качественному составу министерства, но это задача, наверное, все-таки кадрового состава правительства и как они с этим будут работать. Но потенциал этого министерства я вижу очень хорошо. Депутат областной думы Александр Анидалов заявил, что цифровизация нашего региона – это скорее дань моде. Да, она необходима, но сегодня, по его мнению, нужно сохранить сектор реальной экономики, чтобы было куда внедрять новые технологии. Должны усиливаться министерства реального сектора экономики. Это Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства, Министерство строительства и ЖКХ. Вот эти министерства должны, на мой взгляд, в наибольшей степени были усилены. Цифровизация, это скорее дань моде. Вот сказали, надо цифровизация. Показали там айфончиком, покрутили, надо цифровые технологии вводить. Надо вводить цифровые технологии однозначно. Их надо где-то вводить, когда у нас не останется ни заводов, ни предприятий, ни по большому счету. Счету гибнущие вузы и так далее, где предполагается это вводить, станет вопросом. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки скорее бег за модой. Это все уровень комитетов, это все уровень не реального подхода к исправлению ситуации в регионе, в области производства и промышленности, а вот такой вот сверху полакировать, поставить галочку, отчитаться, мы впереди планеты всей, по наиболее красивым словам. Скептически отнеслись к оцифровке отстающего региона и столичные эксперты. Политолог Александр Кынев предположил, что создание новой структуры в далеко не продвинутом субъекте Российской Федерации – это скорее стремление быть в тренде. Функционал, на мой взгляд, не очень понятен, потому что, в принципе, обычно есть ведомства, которые там занимаются связью, грубо говоря, обычно они же занимаются информатизацией. Здесь, я думаю, просто попытка идти как в тренде, никакого другого практического смысла, кроме пиара, я, честно говоря, абсолютно не вижу, потому что для того, чтобы этим заниматься, никакое министерство совершенно очевидно не нужно. Попытка имитации какой-то бурной деятельности, имитации развития, хотя, в общем, Саратовская область совершенно очевидно никаким локомотивом развития, мягко говоря, ни по чему мнению не выглядит. Улучшится ли наша жизнь, когда цифровизация накроет всю Россию? Об этом сегодня не берутся рассуждать даже самые продвинутые эксперты, предлагая подождать как минимум полгода, чтобы увидеть, как все это будет реализовано, в том числе и в нашем регионе.
Неизвестно, ждет ли нас прорыв с появлением Министерства цифрового развития, но вот еще одна из новелл, которая уже 2,5 года реализуется на территории региона, явно буксует. В сентябре 2017-го постановлением российского правительства город Петровск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. На старте звучали грандиозные планы. Незадолго до обретения статуса ТОСР вотчину районного главы Дениса Фадеева посетил первый зампред правительства страны Игорь Шувалов. В феврале 20-го по стопам, правда, уже бывшего высокопоставленного чиновника, отправилась наша съемочная группа. Своими глазами посмотреть на достигнутые успехи и узнать о трудностях при реализации амбициозных проектов. Знал бы Петр Первый, что с этого постамента будет наблюдать за тем, как разворачивается эта дурно пахнущая история. Для непосвященных – просто груда бетона. Для старожилов Петровска – трагедия. Снесли главную уездную достопримечательность – общественный туалет. Кусты за вокзальной площадью теперь источают невыносимое амбре, заполонившие умы местных жителей. Был туалет, так как он был уже аварийный, там даже эти как и ленточки вешали, вот его демонтировали. У нас автовокзал от Саратова, автовокзал. И все идут. Это вот сейчас зима. Вы не представляете, что у нас творится весной и летом. Вот. У нас все вот здесь, вот все. Вот. Это ужасно. Пассажиры начинают бегать. Где у вас туалет? Где у вас туалет? Рядом районная администрация. Ветер народного возмущения просочился и в просторный кабинет местного главы Фадеева. Его на улицах Петровска именуют наш новый мэр Денис. Он называет много причин запора с появлением нового общественного туалета. Нужник – дело тонкое. У нас действует вокзал, это филиал нашего областного автовокзала, поэтому мы неоднократно обращались к ним, чтобы они организовали там туалет. Но там вопрос, дело в том, что с федеральной землей, поэтому очень дискомфорт много со стороны и жителей как бы обоснованных требований. Мы пускаем и в наш современник, но вот обращаемся в наш автовокзал, потому что по нормативам они должны обеспечить этот туалет. Туалет этот мы временно сделали. Вот он. Конструкция из разряда «нет ничего более постоянного, чем временная». Вот так и живет глубинка. Хотя Петровск уже больше 2 лет считается моногородом с высоким статусом. Территория опережающего социально-экономического развития. Вот только, по словам петровчан, никого они особо не опережают. Ничего нету, ни продуктов, ни работы, какая жизнь, не надо. Вот что у вас сейчас, как жизнь в городе? Что да как была, так и есть. Ну, что-то хорошее есть или все? Все хорошее, тротуары только плохие. Все уехали, молодые семьи, вот, мужья. Ну и женщина бывает. С работой, конечно, плоховато. Разъезжается народ? Ну, конечно, конечно, надо семьи кормить. Семьи не уезжают. А здесь особо нечем, наверное. Да, а потом мужчина там других женщин находит, а семья остается сама по себе. Вот так, а как же вы думали? Вот. Ну, плюс мне понравилось, что здесь вот сколько лет, 5 новый мэр. Он сразу в первую очередь сделал мусор. Вот с чипами мусорки стоят на дорогах, отлично. То есть тут же убирают, выходной, не выходной. Вот это ничего не скажешь. Разрушенный клозет – вершина айсберга проблем этой территории, статус которой пока можно считать не опережающего, а скорее с задержкой развития. Сейчас на территории Петровска существует всего 5 так называемых резидентов или инвесторов. Они получили бонусы в виде снижения ставки либо полного освобождения от налога на прибыль и имущество, плюс получение льготных кредитов по линии моногородов. Но, как говорит Денис Фадеев, для большинства создание производства является первичным и требует заемных средств. Учитывая сложность дороговизну денег в экономике, сложность получения кредитов, потому что основные все производства закредитованы, именно получение дешевых долгих денег. Любой проект, даже софинансирование со стороны там, фонда моногородов, даже получение тех льготных кредитов подразумевает залоговую массу. А у бизнеса уже и так он весь заложен. И поэтому вот
Самый, наверное, сдерживающий фактор – это вот этот. Из 5 работают только 2, остальные остаются на бумаге. Вот положительный пример. ООО «Петровский завод автозапчастей». Старое здание предприятия выглядит нелюдимо. Судя по нерасчищенному снегу до ступеней, сюда давно уже никто не ходит. Тем не менее, сейчас из некогда 1500 сотрудников в деле 60. Хотя еще недавно здесь даже и сторожей не было. Сергей Капустин работает уже почти 40 лет. Сейчас он один из тех, кто делает здесь запчасти для грузовиков и уборочной техники. Вот эти передние образцы продукции – это тормозные шланги КАМАЗа. То есть это востребованная запчасть? Ну да. То, что нам заказ приходит, и мы это все делаем. Это все тормозные. Это у нас это гидропривод руля. Это вот пружину тоже сделаем сами. Всего 32 наименования сертифицированных запчастей. Недавно приобрели новое импортное оборудование. Но его универсальность не требует большого штата для изготовления 3000 запчастей в месяц. А это еще один резидент. Базируется на территории бывшей птицефабрики. Петровский грибной комбинат. Техдиректор Антон Карпов ведет вдоль стеллажей с мешками. В них перегной. В него посажены зерна с мицелием. Будут шампиньоны. Штат небольшой, 35 человек. Но растить грибы в ТОСР им выгодно. Мы, так скажем, экономим в некотором плане там, на налогах. Это мы резидентами ТОСРа стоим. Мы там освобождены от ряда налогов. И у нас прерогативы и льготы определенные как от местного, там, по-моему, да, от администрации, так и от российских налогов. Вот. Плюс, соответственно, да, это взаимодействие в различных программах софинансирования. То есть это и микрокредитование, так скажем, вот, которое мы получили недавно там, определенную сумму на там, увеличение оборотной части. Петровский фуагра не дождались, но хоть грибы здесь растут успешно. Порядка 6 тонн готовой продукции уже реализованы в самом Петровске и Саратове. Этот большой участок так и остается пустырем практически со дня получения Петровском статуса ТОСР. Здесь должен разместиться завод по производству газомоторного топлива. Стоимость объекта – 3,8 миллиарда рублей. Пока готова лишь проектно-сметная документация. Резидентом он числится, но так и остается на бумаге. Согласование у нас было 8 месяцев. Соответственно, только за этот период времени согласования проект подорожал на 400 миллионов рублей на курсе доллара. Вот, поэтому вот все эти проволочки, они, конечно, очень серьезно как бы мешают при реализации этих проектов. В устной форме остаются и производство газового и медицинского оборудования. Как говорит Денис Фадеев, у всех этих проектов есть 2 главных минуса. Требуется маленький штат и небольшие зарплаты. Как и у тех инвесторов, кто уже начал работать. Появление новых не сильно решит проблему бегства населения из Петровска. Ситуация, она напряженная, я так скажу, и уже многие уехали. Сейчас в основном наши петровчане работают в Москве, в Питере или в Сибири. Секретов никаких нет, это прежде всего заработная плата. Заработная плата – это основа основ. В основном это мужчины, соответственно, это и демографическая проблема, социальная проблема. Уехали на заработки, как правило, это приводит к тому, что и семьи разрушаются. Да, там, это тоже проблема, которую мы видим. Впрочем, с малой, но остросоциальной нуждой в виде уличного туалета местному главе уже приходилось сталкиваться в должности вице-губернатора. Тогда под личный контроль Денис Фадеев брал ремонт уборной в Ершове. Поэтому положение дел в Петровске складывается не из-за разрухи в клозетах, а где-то на уровень выше. Транспортная схема, о которой говорили весь прошлый год, готова. Документ, который создавала столичная фирма «Стройинвестпроект», практически после первой публичной презентации отправили на доработку. Исправленный вариант появился в конце прошлого года, 30 декабря, его опубликовали на сайте мэрии. Ну а на этой неделе повторно вынесли на суд депутатов городской думы. 153 листа с текстами, схемами и таблицами, менее футуристичными, чем в первоначальном варианте, но не менее спорными. У меня остались вопросы. У меня есть вопросы. По-прежнему есть вопросы.
значит, вот, читая, понимаешь, что, в общем-то, тут звучат довольно банальные вещи, описание сегодняшней действительности с транспортом в городе и каких-то кардинальных революционных изменений я пока не нашел. Великолепно. Придет анализ, люди довольны. Сколько депутатов, столько и мнений. Дать однозначную оценку работе столичных проектировщиков народные избранники не готовы. Предстоит серьезное обсуждение с привлечением этих самых специалистов из Москвы. Такое решение принимается на заседании профильной комиссии Гордумы. А это значит, что решение насущных транспортных проблем в Саратове снова откладывается на неопределенное время. Мы ее наконец-то дождались, но ответов пока не увидели на те вопросы, которые мы задавали по транспортным развязкам, где в первую очередь необходимо ставить знаки, светофоры. Те предложения и решения, которые мы давали на комиссии по безопасности дорожного движения и массу других. Когда мы что-то предлагали ранее на различных комиссиях городской думы, на совещаниях администрации, у нас, к сожалению, было... отсылочная норма в данную транспортную схему, что когда будет транспортная схема, тогда мы и вам и ответим. Предложенный документ, как отметил депутат Виктор Марков, действительно изобилует банальностями. К примеру, из него можно узнать, что железнодорожный вокзал у нас находится в западной части города. Добраться до него можно по двум улицам – Московской и Аткарской. На первом этаже здания есть билетная касса, табло прибытия поездов, расписание, терминал для покупки билетов онлайн. Ну а в Волжском районе есть речной вокзал. Отсюда осуществляются рейсы на круизных теплоходах в крупные города и на малых судах по пригородным направлениям. Не забыли и автовокзал, где также имеется табло, расписание и даже, не поверите, туалет. Пешеходы в Саратове передвигаются преимущественно по тротуарам, которые имеют твердое покрытие, а улучшить работу пассажирского транспорта поможет ликвидация дублирующих маршрутов. За все хорошее против всего плохого. Ну а так в представлении авторов выглядит саратовская агломерация. Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения. Сейчас я покажу вам портрет. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету. Значительная часть документа – простое цитирование открытых данных из различных программ и стратегий. Большая часть – это мероприятие генплана. Нам по-прежнему предлагают несколько вариантов развития событий. Минимальный – он предполагает строительство нескольких новых дорог и реконструкцию уже имеющихся автомагистралей. Цена вопроса – 8,5 миллиардов рублей. В списке работ – создание полноценного дублера проспекта 50 лет октября. Часть дороги, кстати, сделали еще в прошлом году. Остался небольшой участок от Волгоградской до Украинской. Долгожданная развязка на стрелке также в списке первоочередных работ, как и освоение территории старого аэропорта и многое другое. Остальные варианты на порядок дороже – почти 70 и 130 миллиардов рублей. Но вот 60 и 130 – это нереально. Ну, просто нереально по сегодняшней ситуации, потому что таких денег нет. Просто их нет, поэтому их можно отбросить и не рассматривать. А вот этот минимальный, он ничего нового нам не дает. Он ничего нового не описывает, просто кроме банальностей каких-то, как вы правильно говорите, из наших же документов, принятых в свое время ранее. Хороших документов. Поэтому зачем нужна была вот эта схема, я, честно говоря, до конца не понял. Оптимальный уже предполагает строительство еще одного моста через Волгу. Вопрос, который своими силами ни регион, ни тем более город не решит. Да и весь список предложенных изменений куда более внушительный. Вариант максимальный по замыслу авторов транспортной схемы предусматривает привлечение частных инвестиций. На них будут строить все тот же мост, проезд по которому будет платным. Здесь же платные парковки, единая система оплаты в общественном транспорте и проект городской электрички. И все это до 2030 года. Депутаты уверены, с нынешним уровнем финансирования сроки нереальны. Проблема финансирования, потому что из того расчета, который дали, 74 года. Но 74 года – это нереально. И у нас много таких программ, они хорошие программы, теория, методология, хорошо читались программы, есть таблицы, все. Но когда начинаем, вот, о чем мы не сделали, денег нет.
Поэтому вот тут, вот, конечно, этот вопрос нужно возвращать. Это главный вопрос финансирования. Из исправленного варианта исчезли оптимизация светофорного хозяйства и предложение сделать односторонним движение на центральных саратовских улицах. Я возражал тогда по этому поводу, потому что в наших условиях мы просто имеем возможность вот в Саратове посмотреть на примерах с односторонним движением улицы и с двухсторонним движением улицы. У нас даже не всегда получается организовать это одностороннее движение по классике, классически. Это должна быть одна улица в одну сторону движения, параллельно ей близлежащая в другую сторону. У нас такое даже не всегда возможно найти, вот, чтобы две улицы дублера были. И там, где мы расшивали вот это одностороннее движение, убирали, там сразу же благотворно на пробках, на трафике сказывалось это. Напомним, что за транспортную схему город заплатил более 40 миллионов рублей. Если брать презентованный депутатом документ, то получается примерно по 260 тысяч за страницу текста. Правда, чиновники уверяют, что схема намного обширнее. В ней еще есть как минимум 3 раздела. Остается при этом непонятно, почему их спрятали от общественности и от тех же народных избранников. И будут ли эти разделы вынесены на дальнейшее обсуждение. Также стало известно, что мэрия пытается отсудить 12 миллионов из уже заплаченной подрядчику суммы. К претензии к проектировщикам возникли в связи с несвоевременным исполнением заказа. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.